dvhub.ru. Здрасте. dvhub.ru. Проверяем безопасность у вас. В Керчи там же взорвали. Да. Как вот у вас с рамками, с металлоискателями? У меня нет такого. Нету такого. Ни рамок нету, ни металлоискателя, ничего. Жалко. И даже тревожные кнопки нет. Здрасте. А вы охрана, да? Мы не охрана, мы дежурные. Дежурные. А у вас охраны нету? Нету охраны. С dvhub.ru по поводу вчерашних событий, связанных вот это взрывом в колледже. Как у вас безопасность организована? Нормально. Рамки металлоискателя есть? Нету или есть? Наверное. Ну, вот я их не вижу. Вот. Не видите. А ручной какой-то пояс? Здрасте, dvhub.ru. Проверяем, как у вас с безопасностью во входе в учреждение. У вас металлоискатель есть? Металлоискатель? Да. Трудно сказать. Ага. А вот как-то вот рамки? Рамки у нас выставляются, когда проходит мероприятие типа выборов. Мы ставим рамку перед... Ну, как избирательный участок. Да, да, да. Ладно. Это мы проводим. dvhub.ru